друзья. Тут на медне появилась, как нам кажется, интересная новость. А именно, командующий ВВС Великобритании Майк Викстон заявил, что британские истребители готовы обнулять летающий, не имеющий аналогов в мире хлам. Об этом он рассказал в эфире Sky News. Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою. Если вооруженные силы РФ будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников, сказал он. На вопрос, насколько вероятно, что Лондон втянется в прямой конфликт с РФ, командующий британских ВВС отметил, что Москва становится все более агрессивной. «Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения», — ответил Викстон. Означает ли это, что ВВС Великобритании действительно должны быть готовы к бою? Я не сомневаюсь, что РФ представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы. Просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в Грузии, до этого сказал командующий. И мы, друзья, почему об этом сейчас рассказываем? Просто нам лично интересно. А как бы выглядело, не дай бог, конечно, столкновение британских ВВС и летающих вурдалаков Залесья. С одной стороны Су-30 или там Су-35 или Ту-95, а с другой 160 Еврофайтер F-23, F-35 и куча другой авиации, начиная от самолетов Авакс и заканчивая БПЛ Арипер или тех же учебно-боевых британских Халк Т-2. Что-то нам подсказывает, что это был бы, как говорят, северный пушистый белый зверек. Или, как говорил классик, недолго музыка бы играла, ну и так далее.